Дамы и господа, добро пожаловать на наше 209-е шоу Салона изящных искусств IQ Show. Можно здесь поаплодировать. Здорово, что все собрались. Конечно же, у нас есть опоздавшие, но не будем об этом думать. Постараемся начать здорово и замечательно уже прямо сейчас. Напомню о том, что в конце вечера мы дадим 4 сертификата гениальности, и один из них вручит вот этот замечательный мужчина, молодой человек, я даже сказала, Владимир, представитель этого чудесного заведения, который нас здесь принимает. И более того, хочу отметить, что вот, ну, я думаю, что это касается людей, которые выступают больше, не зрители. Как правило, мы выступаем в заведениях, когда, ну, скажем так, нас просто ждут вот как какую-то аудиторию. А здесь действительно будут смотреть на нас, на выступающих, и кого-то пригласят сюда выступать уже вот не в таком формате, а просто для гостей этого замечательного бара. Поэтому можно сказать спасибо, за что вот такое отношение к нам. Спасибо вам, Екатерина Владимировна. Стараюсь разочаровывать их, мы будем смотреть на то, как вы влезли на зал, и вот этих замечательных людей. Сертификаты гениальности — это, да, это белая метка, наш знак симпатии. Сегодня будут музыканты, поэты, чтецы, поэтов сегодня больше. И первыми для вас, ну, в нашем ангельном, так скажем, акте прочтем мы первые наши две добрые, светлые композиции. Вот первая из них — «Осень». Называется она «Уити», то бишь «бель», «бело», скажем так, по-английски. И вот мы против нашего Дмитрия, который обычно для всех будет играть, вот
как раз ее исполнить, потому что Дмитрий еще все-таки и вокалист. Вот, исполним мы сейчас композицию. Ой, как неожиданно. Я даже не думал. Ну ладно, раз уж вы просите.